А2 синие гибридные Avanti F1 сеют для получения рассады в феврале-марте. Высадку в большой горшок проводят в мае. Культура светолюбива, предпочитает плодородные, легкие, увлажненные почвы. Растение выращивается как комнатное. Ставить его рекомендуют на хорошо освещенное место, но без прямых солнечных лучей. Полив осуществляют регулярный в поддон. Высоту достигает до от 15 до 20 см. Цветет обильно. На одном кустике распускается до 20 бутонов. Цветочки крупные, сине-фиолетового цвета с пятнистой серединкой. Смотрится очень эффектно и нарядно. Глав-синие гибридные Avanti это травянистые высотой от 15 до 20 см. Цветет растение в месяц июль, август, сентябрь, октябрь. Окраска цветка смесь окрасок. Размер цветка этого прекрасного растения достигает до 18 см. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.